Здарова всем, ребятки, Кентопка на проводе, и я думаю, вам всем было бы интересно узнать что-то новенькое про обновление. Поэтому, пожалуйста, если ты ждешь обновления, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на мой канал. Ну а прямо сегодня ты увидишь лучшую концепцию обновления 0.14.0 и второго сезона от Master Place. Ссылка в описании. Ну что же, приятного просмотра. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, приятного нам всем с вами просмотра. Посмотрите на это загрузочное меню, посмотрите, как все красиво, как все круто реализовано. Надпись «Второй сезон», «Стендов 2». Пацаны, кто ждет второй сезон прямо сейчас? Напишите хэштег в комментариях «Второй сезон». Ну что же, поехали дальше смотреть. Блин, ребят, просто обалдеть, как круто! Я уже жду это обновление, если вы тоже, то хэштег «Я тоже». Так, опа-па-па, что же мы видим? Давайте внимательно на все посмотрим. Первое, что мы видим возле кнопочки play, кнопочка кастомизации. Как я понимаю, то есть ты нажимаешь на эту кнопку и можешь менять своего персонажа. Дальше вижу сверху специальные акции. То есть ты, грубо говоря, можешь получить на халяву 3000 голды и бесплатный скин на своего персонажа. Ну это просто обалденно. Дальше мы видим надпись «Второй сезон». Что означает «Второй сезон»? «Второй сезон» — это означает понижение всех предыдущих званий. Так, ну что же, давайте обо всем по порядку. Прямо сейчас мы посмотрим, как же реализована кнопочка кастомизации. То есть, вот это наш персонаж, мы можем менять его скин, менять на нем одежду и так далее. Вот вы видите, сверху справа есть кнопочка изменения, то есть вы на нее нажимаете, можете поменять одежду или цвет, ну и так далее. Блин, ребят, очень-очень классно, и я, честно говоря, сильно хотел бы изменить своего персонажа, потому что он мне уже надоел. Так. Прямо сейчас мы посмотрим на специальную акцию, то есть за 35 долларов, да, ребят, отвечаю, это реально недешево, это довольно-таки дорого, но тем не менее, за эти бабки вы получаете уникальный скин, и помимо уникального скина, 3000 голды. Ну, ребят, 3000 голды, прикиньте, ну это же охренительно. Но, чтобы вы понимали, если вы просто зайдете в донат в Stand of 2, то примерно 35 долларов, это примерно цена за 3000 голды, а тут вы помимо 3000 голды еще получаете крутой скин, очень круто. Так, ну что же, прямо сейчас мы перейдем в магазин и посмотрим на новый кейс. Вот он, новый кейс, Despite Case и Despite Box. Честно говоря, ничего прям мега особенного я не вижу, потому что это обычный донатерский кейс, который добавляют с каждым обновлением. Блин, вот реально, лучше бы добавили режим «Не беспокоить», было бы гораздо-гораздо круче. Но это мое мнение. Также поменяли обзор кейсов. Посмотрите, как теперь все круто. Просто посмотрите, кейс можно вертеть. Вау, просто, ребят, мечта. Ну вот кто бы что ни говорил, ну посмотрите, ну это же красиво, это же обалденно. Как можно вертеть скорпион кейсик. Это прям какой-то уже CSGO. Это не стендов, это реально CSGO. Ну а прямо сейчас мы перейдем в раздел акции и посмотрим, что же там такого интересненького есть. Так, ну что же я вижу? Специальное предложение, 3000 голды плюс скин, это мы видели. Дальше, специальная акция по поводу получения нового скина. Посмотрите, видите, вон она. Плюс Despite Collection. Блин, ребят, ну, слушайте, вот это приятно смотреть, не то, что ты сейчас заходишь, там, грубо говоря, одна акция и все, и то акция ни о чем, донатишь и получаешь один кейс на халяву, да блин, лажа все это, вот так должны выглядеть акции, я считаю. И это не все, смотрим дальше. Прямо сейчас мы, ребятки, посмотрим на новые режимы. Так, да ты что, ничего себе, вау. Смотрите, первое это Workshop Maps, что означает кастомная карта. Если вы не знаете, что такое, это, грубо говоря, какой-то Вася Петькин или Кента ПК делает свою карту. Вы можете эту карту найти в этой мастерской, вот тут, и играть вместе со мной на новой карте, которую сделал лично я. Дальше, соревновательный режим. Тут, в принципе, ребят, все и так понятно, все по дефолту. Обычный мем, просто обновленная иконка. Дальше, KBS. Что это такое, я вообще не знаю, но если вы знаете, то, ребят, напишите ваше предположение в комментарии, что такое KBS. Далее режим Show Up, это режим появления, это, наверное, что-то наподобие маньяка. Diffuse, мы тоже все знаем, это обычная закладочка бомбы, просто, опять же, обновленная картинка. Но это далеко не все, потому что есть еще один режим, который мы прямо сейчас с вами увидим. Ща, пацаны, готовьтесь. Это Bunny Hop. Да-да-да-да-да-да-да. Это не шутки, это не сон. Теперь вы сможете спокойно побанихопить. И это, наверное, первый PvE режим, где ты можешь просто расслабиться, просто, так сказать, поиграть и отдохнуть. Это
Блин, это бомба, просто бомба. Я бы лично хотел бы банихопить, потому что когда я играл в CSGO раньше, я обожал банихопить, я тупо заходил и так часами напролет банихопил, потому что я от этого кайфовал. Блин, ребят, просто представьте, как это было бы круто. Можно вот так на фоне банихопа рассказывать всякие истории. По типу, ну, ребятки, прямо сегодня я рассказал бы вам про дату обновления, ну и так далее. Вы просто представьте, как же это круто. Всякие истории из жизни можно говорить на фоне банихопа. Да и помимо всего этого, посмотрите, как же все это интересно. То есть, не каждый из вас может пройти банихоп. Было бы круто, если было бы много карт. То есть, какая-то карта легкая, какая-то карта сложная. Блин, ребят, ну это просто космос. Народ, пожалуйста, напишите ваше мнение по поводу данных идей в комментарии, потому что мало ли, разработчики посмотрят, что все эти идеи вам нравятся, и них добавят в игру. Это было бы очень классно. Ну и как обычно, очередная халява от кента. Прямо сейчас напиши в комментарии, какой скин у тебя купить и за сколько. И возможно, или я, или кто-то из других игроков все это купит. Ну а так, ребятки, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК, пожалуйста, пацаны. Нажмите на эту красную кнопочку, напишите хороший комментарий. С вами был Кентуха, всем удачи, всем пока.